Приветствую, друзья! В Украине не прекращаются боевые действия, и сейчас самые ожесточенные из них идут в районе города Северск. Там российские войска обступают этот город с нескольких сторон и, конечно, берут под контроль близлежащие поселки. Судя по этим кадрам, там бои идут очень и очень серьезные, потому что артиллерия там работает практически круглосуточно, и там, по сути, стоит просто стена огня. Но тем временем уже Арестович, как официальное лицо президента Зеленского, заявил, что как только в Украину поставят дальнобойные ракеты системы «Химарс», которые могут бить на 300 километров, то этими системами будут пытаться попасть по Крымскому мосту. Какой-то особой военной целесообразности в этом, конечно же, нет, потому что уже сухопутный коридор с Крыма в Российскую Федерацию уже как бы простроен через Запорожскую и Херсонскую область. Но тем не менее мы видим, что здесь больше удар готовится на таком, знаете, фундаментальном уровне, чисто идеологическом, чтобы хоть каким-то образом попытаться уничтожить олицетворение российского могущества. Задача, конечно, здесь, мягко говоря, непростая, потому что, во-первых, даже одна, две, три таких ракеты «Химарс» Крымскому мосту, ну, вряд ли причинят каких-то серьезных повреждений, но, тем не менее, чисто гипотетически такая угроза есть. Ну, и здесь нужно понимать, что нужно туда эти ракеты «Химарс» просто залпом запускать хотя бы по 10-20 штук, чтобы хоть одна ракета могла все-таки пробить очень серьезную систему ПВО, которую выстроили там, вокруг этого моста. Если брать с Николаевской области, то там вооруженные силы Украины вряд ли смогут даже этими системами «Химарс» на 300 километров ударить, потому что там уже за 300 километров дальность до этого Крымского моста. А вот если все-таки вот эти «Химарсы» поставят в районе города Запорожье или там рядом возле Донецка, там где располагается украинская группировка войск, то тогда в теории может что-то получиться. Поэтому я думаю, что американские системы все-таки будут стимулировать российское командование, сделать все возможное, чтобы союзные силы серьезно продвинулись в сторону города Запорожья. И подобного рода, знаете, установки, которые могут бить на 300 километров, это будет хороший драйвер для того, чтобы все-таки там российская группировка войск перешла в наступление, потому что там, как известно, наступление не идет. Стоит отметить, что вот эти системы «Химарс», которые передали уже Украине, которые не такие дальнобойные, то сейчас, по сути, вооруженные силы Украины почему-то обстреливают больше не военные объекты, а почему-то с помощью этих систем обстреливают именно гражданские объекты. И мы видим, что регулярно в Донецке в жилой застройке находят вот эти самые американские ракеты с вот этих систем «Химарс». Такие поставки вооружений, безусловно, обострят и так напряженные отношения между Соединенными Штатами Америки, Британией и Россией. Но, тем не менее, западные страны сознательно на это обострение идут. И уже мы слышим от различных британских военных, что британская авиация готова даже к войне с Российской Федерацией. Как говорится, командующий ВВС Британии вряд ли такое заявлял бы просто так, потому что военные, как известно, делают только все по команде. И здесь мы видим, что по сути британская военщина прямо бравирует тем, что они очень долго готовились к войне с Российской Федерацией и сейчас готовы. Именно поэтому сейчас Норвегия снимает с вооружения самые современные комплексы ПВО и пытается их предоставить Украине. Ну и, конечно же, эти комплексы ПВО будут под управлением западных специалистов, потому что, чтобы научиться стрелять с этого современного комплекса, нужна очень серьезная подготовка, которую украинские войска чисто физически просто не смогут пройти по временным ограничениям, потому что полгода-год — это просто минимальная история, чтобы научиться ей пользоваться. Единственный минус этих систем норвежских — это то, что они никогда не использовались в бою, потому что всем известна история с тем, как американские очень разрекламированные зенитно-ракетные комплексы Патриот, они в Саудовской Аравии практически оказались бессильными против элементарных дронов. И тогда Саудовская Аравия была просто раздосадована тем, что десятки миллиардов долларов были выкинуты на вот эти суперсовременные комплексы американские Патриот, но по факту они оказались просто неэффективными. Если американские комплексы ПВО Патриот, они хотя бы стреляли, то вот норвежские комплексы в плане участия хоть в каких-то там полубоевых действиях вообще замечены не были. И каким образом эти комплексы себя покажут на поле боя, ну, вопрос из все-таки области больше теории, а не практики.
Также стоит обратить внимание на то, что у украинской армии сейчас очень большие проблемы с вообще использованием украинской авиации, потому что комплексов ПВО «Стингер», которые, вы знаете, переносных, типа ПЗРК, их предоставили очень много, но у этих комплексов нет системы распознавания свой-чужой, и поэтому украинские войска, которым понадавали этот комплекс в тысячах экземплярах, естественно, как только увидят хоть что-то летающее, начинают в него стрелять. И от этого дружественного огня украинские ВВС реально несут серьезные потери, потому что уже просто и вертолеты, и даже уже самолеты украинские начинают просто красить в желто-блакитный цвет, то есть желто-синий для того, чтобы хоть как-то уменьшить потери от того, что украинские войска стреляют по украинским самолетам. На этих кадрах хорошо видно, что прямо крылья покрасили в желто-синий цвет, чтобы когда с очередного ПЗРК украинские военные будут целиться, чтобы у них был хотя бы шанс просто распознать, что это все-таки украинский самолет. И если бы вот таких вот сумасшедших потерь не было от своих войск, то тогда бы вооруженные силы Украины продолжали применять классическую окраску, и никаких вот таких, вы знаете, пестрых самолетов не было бы. Друзья, также небольшое, но важное объявление. Вот сегодня выложил ряд видео касательно там протестов рабочих в Германии и так далее, но эти видео достаточно жесткие, я их не могу выложить на YouTube, поэтому, друзья, переходите и подписывайтесь ко мне в телеграм-канал. Там всегда можно выложить гораздо больше, чем здесь на YouTube. Ссылка на мой телеграм-канал в описании и первым комментарием под видео. Ну а тем временем Боррель, глава европейской дипломатии, заявил, что санкции против России они действуют, но нужно время для того, чтобы был хоть какой-то результат. На данный момент результат пока достаточно странный. В Прибалтике сыпятся правительства, уходят в отставку. В Британии Джонсон уже в отставке. В Италии правительство в отставке. Ну и ждем, конечно, этой же ситуации в Германии, в Польше и так далее. Здесь мы, как говорится, видим, как работают антироссийские санкции уже. А вот как они будут работать в России, ну вопрос, как говорится, риторический. Потому что уже в России сегодня опубликовали новость, что не будут дожидаться санкций в отношении запрета SWIFT в России, а уже сама Россия инициирует отказ от вот этой системы SWIFT. Получается вообще странная история. Вроде как бы очень долго пугали отключением Российской Федерации от SWIFT, а теперь получается Российская Федерация уже сама инициирует процессы полного отказа российских банков от системы SWIFT. Я думаю, что здесь нужно все-таки европейским и американским коллегам все-таки собираться почаще и вводить больше санкций, потому что получается Россия эти санкции уже обгоняет и уже начинает запрещать те системы, которые, собственно, планируется включить в пакеты санкций. Судя по всему, Российская Федерация уже поняла, что антироссийские санкции больше бьют по самой Европе и по Америке, поэтому сейчас мы уже видим, что даже Российская Федерация начинает играть в игру ввода санкций уже со своей стороны. А вот Германия уже открыто заявляют, что нужно срочно запускать Северный поток 1, потому что газа реально не хватает, и Германия просто может не пережить эту зиму в плане сохранения промышленности и отопления жилищ. И это не преувеличение, это уже заявление официально германского правительства. И тут, я думаю, у немцев есть несколько вариантов. Вариант один, конечно же, обратиться в Канаду, чтобы не ускорили передачу той самой турбины, которая необходима якобы для возобновления работы Северного потока 1. Ну или просто, знаете, согласовать все процедуры в отношении старта проекта, который уже готов, это Северный поток 2. Тем более, если так разобраться, то Германия сейчас поставляет вооружение в Украину. Конечно, медленно, конечно, долго, но тем не менее поставляет. И, собственно, такие действия подпадают под понятие недружественная страна. И Российская Федерация может в любой момент просто вообще отказаться от каких-либо продаж Германии газа. Тем более, спрос на российское топливо достаточно высок. И вот, например, Бразилия уже заявила о своем желании все-таки покупать гораздо больше топлива у Российской Федерации. И это не какая-то, знаете, российская пропаганда, это новости с Евросоюза. Но тем временем различные чиновники в Украине в эфирах заявляют, что оказывается украинская армия ведет успешное наступление на Херсон.
Но, тем не менее, оно настолько секретное, что все вот эти, знаете, поселки, там, города, которые в Херсонской области находятся, вот про них сейчас просто нельзя говорить. И я думаю, что с таким секретным наступлением, может быть, Украина даже сможет объявить о гигантской победе, но только вот не скажут, где и в чем эта победа заключается. Я думаю, что это как раз будет хорошая история для пиара очередного Зеленского и очередного победного видосика. Подобные заявления, конечно, больше дискредитируют украинскую армию, потому что если мы регулярно слышим различную ложь, то тогда уже этому источнику информации перестают верить и уже относиться больше к нему как к такому, знаете, мусорному формату какой-то, знаете, военной пропаганды, которая не имеет ничего общего с реальностью. И мы видим, что украинские чиновники просто активно работают, чтобы действительно любые заявления от украинских военных воспринимались исключительно как бред. Тем временем в Польше разгорается скандал в отношении того, что, оказывается, потомков вот этих бандеровцев сейчас поддерживает руководство Польши, потому что Зеленский, как известно, считает вот этих бандеровцев, упашников там и прочих, знаете, нацистских коллаборантов героями. И получается, что если Зеленского польское руководство поддерживает, то тогда и польское руководство поддерживает все те преступления, которые творили бандеровцы на территории Западной Украины, на территории Польши и Беларуси. Они, конечно же, убивали мирных жителей. И вот начинают все больше всплывать видео с 11 числа, когда были поминальные дни в Польше в отношении Волынской резни. И тем не менее, давайте немножечко послушаем, как поляки передают привет польским политикам. Жадной уни польско-украинской, пане президенте. И получается, чтобы в Польше сместить правительство, складываются очень важных два фактора. Первый фактор — это чисто экономический, потому что Польша очень серьезно теряет от наплыва сумасшедшего украинских иммигрантов, которым нужно ежемесячно платить хотя бы что-то. Если сейчас эти выплаты отменили, тем не менее, все равно нагрузка на, собственно, польское общество и польскую экономику достаточно серьезная. Нужно думать за жилье, за рабочие места, а эти рабочие места, получается, украинцы сейчас забирают у поляков, а там и так. С этим проблемы, и таким образом социальное напряжение и недовольство правительством Польши растет. А второй фактор — это идеологический, потому что, как известно каждому поляку, бандеровцы причастны напрямую к убийствам мирных жителей в Польше того времени. А сейчас, получается, Зеленский героизирует этих всех людей, называют героями, а правительство Польши, получается, поддерживает Зеленского. Ну и здесь уже у поляков возникает вопрос, а это действительно польское правительство, польские политики, либо все-таки они больше уже служат именно заграничному международному капиталу, олигархии или Зеленскому, но явно не польскому народу. На этом, друзья, у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там всегда можно гораздо больше сказать, чем на Ютубе. До скорого!